И не говорите, что вы ни разу в жизни не смотрели ролики Влада А4. Если вы смотрели, прямо сейчас поставь лайк на это видео и подпишись на канал. Потому что у меня для тебя есть вот такие вот 7 новых игр про Влада А4. Сегодня мы будем ему звонить, будем играть про него и игры. Так что влепи лайк, если ты знаешь Влада А4. Давай, это бумага, мы начинаем и будем звонить ему с первой игры. О, что же нас тут ждет? Влад Бумага, звонок, смотрите, что это? У нас тут есть чат, мы можем открыть и пообщаться с ним. Я фанат тебя. Действительно? О, спасибо. Ну да, конечно, интересно. Ваше любимое блюдо, ну-ка. Я люблю мороженое. Влад А4 любит мороженое, ну, не круто ли? Привет, как дела? Я в порядке, спасибо. Какой твой любимый день... Что? Какой день недели? Мой любимый день недели – пятница. Кстати, сегодня же пятница. Прошел, как прошел твой день? Ну-ка. Че, где, как? Это было хорошо. Я не пойму, почему чат, он вот так вот разнообразно ставится, то есть эти все вопросы. Ну да ладно. Так, голос, поехали. Так, что там, записать типа можем? Hey, yo! Yo, 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 what's up? What's up, my nigga? Ну-ка. И чё я голос записал? О! Мне звонит Влад Бумага, ты чё, издеваешься? Ну-ка. Здорово. А ответишь что-нибудь там вообще? Какой-нибудь голос там, нет? Бумага, ты чего? Он вообще не отвечает, он никак не реагирует. Очуметь! Он, как всегда, игнорит. Ну, понятно, как всегда, наверное, видосики пилит, да? Фото тут есть какие-то, я не знаю, что за это фото, не знаю. Рингтон, лянь. Не знаю, что за рингтон. Но давайте посмотрим. Что? Что? Это же звонок Самсунга. Что за игра странная? Это какая-то очень-очень странная игруля. Ладно, мы продолжаем дальше двигаться, потому что вас ждет... Флор, слава, ё-моё! Ну, эта игра, друзья, вас сейчас удивит. Потому что посмотрите, что это! О-хо-хо. Поехали. И раз. О, вот это да! Еще раз. Оп, вот так вот встанем. Хоп. И два. Отлично! У нас такой какой-то Влад. О, шлёка-поу! А чё она вниз-то пошла, не пойму. И раз, два, три, четыре. Ау! Ничего себе, у нас Влад какой-то странный. Смотрите, что за это эмбрион. И раз, поехал. Поехал, Владик, давай, не дури. Ау, нажал нечаянно, ёшкин кот. А слушайте, игруля-то затягивает, подожди. Подожди, нужно качественно, хоп. И два. Телевизор! Yes. А-а-а, падает телевизор. То есть эти предметы, они падают, кроме тумбочки. Да ладно, вы шутите, что ли? То есть можно два раза прыгнуть и все. Предметы начинают падать. Хорошо? И два. Три. Отлично, хотя бы дали шанс, что мы можем прыгнуть, да, как бы. Вот так вот. Вот так вот. Блин, ну у меня же был шанс, надо не торопиться просто, надо не торопиться. Владик, давай не дури, ты сейчас меня подведешь, а то и все. И как бы я упаду и утоплюсь на этой лаве, ну-ка. Не торопимся, главное. Бриллиантовая кнопка, ля-ля-ля. Ну конечно, скоро я добуду себе тоже бриллиантовую кнопку, если ты не знал. Слышь, Владик, так, вот так вот. Так, поближе. И раз. Отлично. О, а чё телевизор так выскочил? Оу! Не, ну слушайте, вот эта игруля как бы интересная. Даже я не думал, в принципе. Ай, капец. Смотрите, ну вот эта тумбочка не падает. Первая тумбочка, она как бы нормальная. Да, пол это лава с Влада 4. Ну да, дожили, друзья, дожили. И раз, и два. Кто бы что ни говорил, но его смотрит очень много людей. У него очень много бриллиантовых кнопок. Ты что, издеваешься? Вообще-то это мои, походу, кнопки. Он просто стырил их. Так. Поехали. У-у-у. Отлично. Слушайте, но...
Вроде бы мы двигаемся нормально. Нормальный полет. Все хорошо. Вот так вот. И раз. Ух ты! То есть на подушке мы можем спокойно, да? Прыгать. Ничего себе. Когда мы падаем на подушку, подушка делает нам двойной прыжок. Это супер, это супер. Влад А4 фейк-кол. Поехали звонить снова Владу. Чё за бред? Подожди, ну-ка сейчас глянем. О, смотрите! Ничего себе! У-ху-ху-ху. А ну-ка. Очуметь! Поднимай трубку! Так. Здорово! Что? В смысле? Победительница, может, я выиграл Мустанг? Ты чего, Влад? Издеваешься, что ли? То есть два ютубера на одном экране, как вы могли заметить. Вот он я снизу, вот Влад 4. Мы с ним общаемся. Вот это вот получается он, да? Слышь, чувак, вообще-то я выиграл Мустанг, ты чего? Не, ну это приколдосно, слушайте, ну это приколдосно. То есть мы реально можем звонить ему, и тут есть реально, типа, знаете, видео как бы поставленное. Ой, ёшкин кот. Что это все значит? Типа вот, хоп, позвонили, хоп, взяли. Тут уже другое видео, да? Правильно? Я же так, как я понял. Да! Это уже другое, отлично. Но, как вы могли заметить... Тут все его команда и так далее. Эй, чуваки! Вы меня слышите? У-у-у! Я тут! Не, ну слушайте, приколдосно. То есть мы можем смотреть как бы, да? Типа, каждую вот картинку, тут каждое есть видео. Не, ну приколдосно, слушайте, приколдосно. Но подождите. Подождите. Тут же есть еще топовые игры. Как вы могли заметить, звонок А4 и еще один. Я не могу выйти с этой программы. Почему же, интересно? Мы заходим. Звонок А4. Новая игра. Новый звонок. Видеозвонок хочу сделать. Давай. Мне звонит Влад А4. Ну ты издеваешься, что ли? Ну скажи, пожалуйста. Поднимай руку. Здорово, да, это Влад А4. Здорово, здорово. Как дела? Ну скажи, как дела? Ну что ты, издеваешься, что ли? Он завис. У него интернет завис. Здорово, здорово, это Влад 4. Ну да, интернет завис. Чувак, я хотел с тобой пообщаться, но, как ты видишь, не получилось, потому что у тебя и нет, наверное, за 3 копейки. Не знаю, что произошло. Может, интернет просто залагал. Ну, не знаю, это странно, странно. 26 секунд до сих пор, видите, у нас связь идет. Но что-то он как бы... Ну-ка. Да, он залагал, видите, то есть мы еще раз звонили ему. Звонок. Эй, здорово, чувак. Ответишь что-нибудь? Скажешь что-нибудь? Нет? Там, привет передать моим подписчикам, Адорчикам, Адорленду, то есть нашей банде. Привет передать не хочет. Наша банда Адорленд, вы не знали, да? Да-да-да-да-да, наша банда это Адорленд. Ладно, понятно, короче говоря, он просто молчит тут. Поставит оценку, все понятно. Давайте последний раз. Звонок. Здорово. Все, залагал. То есть... Может, даже действительно это правда, типа, что-то лагает, там, мы кому-то звоним. Но, не знаю, не знаю. Что-то как-то маловероятно. Но, следующая игра, Hide and Seek. Могу так перевернуть? Перевернуть нельзя. Get Start, поехали. Что за Hide and Seek, не знаю. Но сейчас мы сыграем. Сыграем эту игру. Play now. Что за эта игра? Подожди. Что она значит? Get Start? Не понял. Тут рассказывается, как скачать игру в Play Market. Ты издеваешься? Да ладно. Это реально так. То есть это типа вот его игра. Install, скачай эту игру. Типа ла-ла-ла. Что? See gameplay in need, App Store. Да! Это нифига подобного даже не игра, друзья. Это просто туториал, как скачать игру. О май гад, куда я попал? Help me, please. Это еще игра вылетела. Очуметь. Hide and Seek Mods? А, это Mods. Ё-моё, почему не заметил? Ладно, кликер какой-то. Следующая игра кликер. И тут смотрите, Лёнь, что это?
Тут какая-то карьера, карьера, поехали. Что мы тут можем делать? Так, мы выбрали небоскреб. Мы рубаем бабосики. Смотрите, у нас снизу собираются доллары. Так, 50%, 40%, 30%. А, чуметь, у нас багет, смотрите, какой. У нас вот 4 такой довольный. Ну да, конечно, гляньте, какие тут деньги. Ну, понятно. Так, карьера, следующий уровень. Это у нас уже какой-то дом. Лянь, это что за такое? Недовольный какой-то чувак стоит. Даже не знаю, кто это, но сейчас ты будешь доволен, кажется. Что у нас тут камера делает? Не знаю. Что это значит, камера? Так, у нас там 140, как видите, сверху. О, уже чувак такой. О, мне это нравится, слушайте, типа, куда я попал? Это круто. Так, мы набираем, набираем, набираем. У нас сверху, как вы могли заметить, красная есть отметочка, которую мы должны собрать бабосики. Я не знаю, с какого здания мы трясем эти бабосики, но это весело, действительно. 22 секунды осталось. А, босс откроет. Так, улучшить можем. А, смотрите, мы улучшаем свои, получается, инструменты, с которыми мы работаем. Так, мы не до этого ли этот инструмент? Так, давай. Давай мы сейчас трясем бабосиков. Смотри, лянь, мы улучшили себе инструмент и прошли игру на изи. Очуметь! Следующий уровень это у нас, не знаю, что за здание, но она прикольная. Так, ну уже тут трясется уже сложнее немножко. Надеюсь, у меня хватит энергии и стрясти все бабосики. Видите, сверху, снизу наполняются бабосики. Да, должно хватить, не знаю, но сейчас мы глянем. Просто буду нажимать быстро, 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 нажимать, надо нажимать. Вот так вот двумя пальцами нужно нажимать. Ай, не хватает энергии, кажется, нет, нет. Немножко не хватило, твою ж налево. Улучшаем, и мы можем уже пройти на изи, смотрите. У-ху-ху. Да, это пойдет на изи. Слишком много денег, смотрите, мы стрясли с этого здания. И мы прошли этот уровень на изи, потому что у нас есть топор. Круто. Последний левел. А, еще дальше есть. Лянь, шо вообще творится. Ой-ой-ой. Тут уже у нас очень много побочников. То есть мы поднялись по карьерной лестнице. Действительно интересно. Да, мы тоже выиграем этот уровень. Кажется, в следующий уровень с топором мы уже не пройдем, потому что нам нужно улучшаться, как вы могли заметить. Поэтому мы улучшаемся. О, ёлы-моёлы. Смотрите, последнее здание какое. Очуметь. Ладно, мы двигаемся дальше. Это у нас пол, это лава А4. Ну-ка, что за эта игра? Почему звуков нет, не пойму. О! Ту-ту-ту-ту-ту. Дольше держись, выше прыгай. Отлично. Ага. О, приколдосно. Ау, шлекопау. Как я так упал? Так, конец. Давай. А если просто так нажать? А, зажимать. Надо зажимать, зажимать. Поехали. Зажимаем. Так, там Ламборгини какая-то у нас. Отлично. Вот так вот. Вот мне нравится, слушайте, прикольно. Под лаву подпал, ёшкин колокошкин-то. И раз. Ой, ты ж ёшкин кот, а, не успел. Давай. И раз. Давас. Трис. Четырис. Какие-то тут у нас батуты странные. Холодильники. Феррари. Ну, Феррари уж точно жалко. Подождите. Я сказал ошибку. Это Ламборгини. Какая еще Феррари, ёшкин кот? Называется, не разбирается особо в крутых тачках. Ну, это мне, в принципе, не интересно. Мне интересно снимать ролики для вас каждый день, понимаете? И это мне нравится. А вот крутые тачки там, узнавать их названия, ну, зачем это мне надо? Я, главное, пилю для вас контент. Вам это нравится, правильно? Напишите комментарии. Вам нравится мой контент? Давай. Пиши, пиши, не ленись. Не ленись, говорю. Напиши, нравится тебе мой контент или нет. Так, мы уже 35. Ё-моёшечки. Это приколдосно. И раз. Да вас. Смотрите, на изи. То есть, если у нас как бы пойдет в начале, в конце тоже будет прить. Прям переть будет жестко. Прям жестко будет переть. 46. Интересно, тут уровни улучшаются, типа, сложнее, сложнее. Не, ну я просто на изи прохожу, не знаю. Типа, ну, мне норм как бы. И раз.
Пи? Пи? Пиу? Пау? Музыка кончилась. У-у-у. Отлично. Даже без музыки, то есть мы уж дальше играем. То есть мне кажется, эта игра, она бесконечная. То есть мы даже тут можем дойти до 100 уровня, кажется, да? До 100 чекпоинтов. Да. Эта игра не улучшается, как вы могли заметить. То есть не становится сложнее. Короче, друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк. А! Ну надо же, начал говорить про лайки, то про то все. Игра просто меня в лаву макнула. Короче, все. На этом все. Надеюсь, вам понравилась эта подборочка. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Это все новые игры. Как раз таки у меня садится телефон, точнее планшет. Я его должен зарядить. Бам! Включись! Отлично. Все. Всем покеда.